Всем привет, с вами DevPro, и сегодня я покажу мод, который добавляет ракеты в Minecraft Pocket Edition. Так, вот у меня стоят наши ракеты. Этот мод добавляет 5 видов ракет, также они есть в креативе, не нужно никуда лезть. Такие моды, как, например, Doom Items. Так, спросите, зачем нужна эта штука? Запускать ракету. Для начала нам понадобится взять палочку. Вот такую, которая напоминает палку инфрита. Тапаем вот по этому блоку. И выбираем блок, куда нужно спустить ракету. Так, ну давайте вот. Все. Теперь запускаем нашу ракету. Как видите, наша ракета полетела. Летает она довольно медленно, но зато взрывает сильно. Ну так, смотри, какая ракета. Так, летит. Так, пропала, а вот появилась. Все, сейчас будет бум. Ну, сразу говорю, это маленький бум, это небольшой. Так, осталось маленько. И все, как видите, вот там образовалась ямочка. Но если быть на самом деле, то самая мощная ракета это вот эта. Алмазная, так сказать. Вот давайте я вам покажу. Вот, взорвала маленько. Так, сейчас. Все. Так, запускаем. Сейчас увидите, что бум будет очень большой. Вы не смотрите, что ракета самая высокая. Она не самая мощная. Если запустить самую последнюю ракету, то появится эндерняк. Ну, такой блок. Вот, все. Сейчас будет большой бум. До нас он не дойдет, потому что мы стоим слишком далеко. Так, осталось маленько. Раз, два, три. Так, все. Да, как видите, бум очень большой. Так можно взорвать целый сервер, так сказать. Вот. Даже напоминает что-то, какую-то фигуру. Вот. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.